Практику я проходил в родном городе. Это производственная компания «Касцинк Шахтострой». Многие мои друзья уже давным-давно работают там, плюс также учась в университете, они проходили практику именно там. Мы проводили надзор за технологическим процессом, смотрели состояние выработок и производственных участков. Больше всего мне нравилось это спускаться в шахту, смотреть за участками, как люди работают и как придерживаются правилам пожарной безопасности и промышленной безопасности.